это такое воспоминание детства, ну, даже не детства, а юности. И, в общем-то, даже сейчас иногда за столом, когда мы с моими однокашниками вспоминаем свою молодость, мы встретимся у пирса, обязательно вернемся, процитируем несколько фраз и вспомним, конечно, Алика Ватинцева. Персонажа загадочного, абсолютно с бездной харизмы. И я хочу сказать, что для Советского Союза он был абсолютно неповторим. То есть второго Ватинцева просто не могло существовать. Откуда он такой взялся? Он был просто как пришелец. Несколько даже обескуражен, удивлен тем, что вы вспомнили об Алике Ватинцеве, потому что говорить о таких людях очень сложно. Это, знаете, есть вот таланты, вот есть гении, а есть какие-то люди, которые еще глубже, чем вот этот слой. Да? То есть такой анекдот, когда посадили всех поэтов по ранжиру, вот, перед Господом Богом, и на самой вершине этой пирамиды сидит местный сапожник. Говорят, вот он-то и был самый великий поэт этого времени, да? Или есть известный фильм «Легенда о пианисте», может быть, вы видели, да? Вот этот пианист Тим Рот, который просто слышит музыкой, который мыслит музыкой, но он даже с корабля сойти не может на сушу. Он говорит, этот рояль Бога с бесконечным количеством клавиш, он боится за него сесть. Вот какие у меня ассоциации с Аликом Ватинцевым. Ну, мы как бы не особо любим советскую эстраду, российский рок, все такое прочее. Но вот Алик — это скорее исключение. Это вообще, может, такой, ну, можно, наверное, сказать, патриарх российской психоделики и протопанка, как вот мне кажется. Хотя его мало кто знает в этой связи. Но вот мы поэтому и включили в наш репертуар парочку вещей, одну на английском, одну на французском, дабы как бы устранить эту несправедливость. Да, конечно. Конечно, Алик Ватинцев. Одно, в общем, из самых ярких воспоминаний ранения. Это, в общем, только тогда бывает так, что одна встреча с человеком, да, может, одна единственная на всю жизнь, может запомниться, и ты помнишь его до мельчайших подробностей. Вы знаете, бывают в жизни люди, которые встречаются так, походя. Бывает, с ними общаешься и год, и два, и больше бывает. Но они забываются. Ну, забывается не в полном смысле, что стирается абсолютно. А не оставили никакого следа в жизни. Алик был вехой. Был вехой в жизни. Я всегда вспоминаю где-то с горечью, где-то с улыбкой о нем. Вы знаете, если бы, конечно, судьба соблаговолила к нему, он бы достиг очень многого. Его бы сейчас называли бы великий, талантливый, а он действительно был очень талантливый. Это дело, конечно, которое, вот если честно, ну, я о нем не думаю каждый день, но если я вспоминаю, там, гуляю с собакой в лесу, случайно, у меня не дают это покоя вот, ну, несколько дней. И если вы каким-то образом приблизитесь к этой тайне, к этой легенде и раскроете какие-то карты и, может быть, даже фильм найдете, я не знаю, то, ну, лично я буду вам очень признателен. Он был на третьем курсе, я на первом. Я не скажу, что было снисхождение старшекурсников к первокурсникам. Но какое-то, вы знаете, даже не менторское, даже трудно объяснить это, ну, как опекуны. Алик стал вот такой культовой фигурой в одночасье. Вышел фильм «Встретимся у пирса». С одной стороны, такая очень обычная романтическая история, но надо понимать то время, в котором фильм вышел. И в этом фильме вот это море, любовь давала потрясающий заряд свободы. Свободы. И вот эту свободу люди почувствовали и словили. То есть, конечно, как шедевр кинематографа совершенно нельзя назвать, но вот был этот дух свободы, море, первой любви, ну не первой, но такой молодой влюбленности, и такие молодые, красивые герои. Там ребята стали пытаться, значит, под него подражать его герою, то есть вот это
прическу, костюмы, значит, белые, все там это было. Стоп, снимем еще дубль. Эта команда привычна для каждого кинематографиста. Сегодня в приморском поселке кипит работа. Идут съемки приключенческого фильма «Встретимся у пирса». На одну из главных ролей приглашен молодой артист. Знакомьтесь, студент в ГИКа Алик Вотинцев. Последние наставления режиссера. Теперь последняя деталь. Превратим с помощью фильтра яркий солнечный день в вечер. Съемка. Очень многие стали носить шапочки с помпоном, также галстук и вот на шейный платок под рубашку. Я тоже хожу, но я сам не по себе. Я к нему даже немного ревновал, потому что, если девушке нужно было абсолютно унизить своего парня, она вспоминала, конечно, об Алике Вотинцеве, о его фигуре, о его жестах, о его манере. Там до сих пор ходят легенды, как за ним бегали не только однокурсницы, а люди из параллельных курсов девушки. Значит, там просто это было... в ГИК, наверное, давно такого не знал. Спокойно нельзя было на его выходки, проделки, в общем, смотреть на его мимику. И поэтому, может быть, и вот отчасти этот и постмодернизм, и московскость легла в основу нашего настоящего московского ансамбля «Мегаполис». Вся страна мечтала с ним познакомиться, девушки мечтали там выйти замуж, мальчики просто, так сказать, пожать руку и пообщаться, и сказать потом в компании, а я вчера там видел или дай бог, выпивал с Аликом Вотинцевым. Лето было, жарко, а он был в темных очках. В общем, несу я какую-то вещь, поставила ее, так разгибаюсь, а он вот так передо мной, прям буквально вот несу. В этих черных очках. А места мало, и мы с ним прям вот животами, грудью прям вот буквально вот так вот столкнулись. И я смотрю на него, и через очки глаз его не вижу. Так вот смотрю судорожно, пытаюсь увидеть, что он вообще думает, и ничего за этим не видно. И, видимо, нажим такой у меня еще от этого. Я же маленькая, всего 13 лет. Но уже какое-то было благоговение перед ним. И вдруг он так, я чувствую, рука так рядом с поясом у меня появляется, ну, как будто здоровается. А чувствую только так, потому что мы совсем вблизи находимся. И он говорит: почему вы меня так боитесь? И я помню, у меня сердце в пятке. Думала, ноги вообще подогнутся, упаду. И сейчас вот до сих пор, если вот я вспоминаю, то прямо на руке, вот ощущение его руки, оно до сих пор осталось. Знаете, я ведь с ним даже встречался. Вот странная история, потому что мало вообще на самом деле кого из великих наших знаю, тем более из актеров. Он мне очень сильно запомнился, тем более, что я не знал, кто это. А тут как было дело? 67-й год, мой 10-й класс, значит, я уже брежу кино, ну что, я хочу делать... Тоже я хочу быть кинорежиссером. Тут уже приезжают ребята у нас, наши на родину, Луганск, из Москвы, рассказывают, как они там в уборную, через окно в уборную лазили. Андрея Рублева смотрели. Значит, уже пошло украинское поэтическое кино. Я уже там Масыка и брежу, кто вернется да любит. Борис Хмельницкий, нас не надо жалеть. Видимо, бы никого не жалели. Это замечательная черно-белость кадров. Что тоже очень было важно, было понятно, что кино должно быть либо, значит, цветовыми ударами, либо по-настоящему черно-белая фактура. В общем, зимой взял меня батя с собой в Москву в командировку. Я в Иллюзион прорвался, на Таганку и пошел в ГИК узнавать, что и как. Даже мимо охраны пробрался, а на третий этаж, как сейчас помню, поднялся, где у них... Все это и там. Даже попытался прорваться к Герасимову. Герасимов увидел, он меня кинул взглядом, молодой человек.
бы в пальто, что за моветон. В общем, стою я, как будто меня облили ушатом помоем. И тут подходит большой пацан, вот как. Это, ну сколько ему тогда было? Ну лет, наверное, 20, да? А мне 16, и он из той категории. Вообще, когда с тобой разговаривает большой пацан, да, в этом возрасте, это очень важно. А я стою совершенно обалдевший. Ну, парень подходит, такой разворот, да, значит, кинозвезда. И очень участливо. Ты чего, что такое? Я хочу снимать, вот. Вот украинское политическое кино. А? Дерьмо. Да? А что не дерьмо? Как что не дерьмо? Прошлым летом Марин Бади видел. Алена Рене. Хиросима Любовь моя видел. Где? В Луганске ты видел. Ну, читал уже. А, да-да, я знаю. Но вот это кино. Ты про внутренний монолог знаешь. Я Эйзенштейна тогда еще не читал. Вот. Сумка. Портфель. Обычный портфель был. Такой, ну, середина 60-х, там ничего такого. Вытаскивает. Еще обратил внимание, при всей своей подслеповатости, значит, там маленький букетик цветов, горлышко бутылки и книжку. «Недель Чернилев. Божество с тремя лицами». Она до сих пор у меня... Как раз болгарин такой, который исследовал внутренний монолог, значит, в советском кино, там у него как «Хроника одного дня», «Ленин в Польше», тут же Бергман. Вот, говорит, что нужно. А это все, говорит, красивые кадры. Олег, а вы режиссер? Он так замялся. Нет, думаю, это будет последствием. Ну, в общем, говорит, пошли. Ну, я все-таки потерянный, с одной стороны, с другой стороны, человек меня выслушивает, пацана. Мы пошли, где-то за какую-то забегаловку, он достал значит, бутылку, это был портфель. Я еще был, я тогда даже и не пил еще. Я впервые попробовал, это был нормальный портфель, я уже не помню даже какой, красный, как помню. Знаете, разлил и начинает мне читать стихи. И читает он, да. Вытаскивает тут же несколько репродукций, какие-то удивительные, какие-то расплывающиеся планеты. Черленец, говорит, там такая дальше вытаскивает, начинает свеча. И начинает мне читать. Тоже тогда не слышано еще. Свеча горела на столе, свеча горела. В общем, портвейн мне показался божественным напитком. Вино вдохновения, что называется. Час, наверное, со мной еще ходил, читал стихи. В общем, попрощались. Ну, когда попрощались, так я понял, что я даже его фамилии не знаю. Вот. Долго я его вспоминал, да, значит, где-то год-полтора прошло, и, значит, сбежал я с лекции в своем пединституте. Какая-то, значит, это кино было «Встретимся у пирса», кажется, оно называлось, да? Я учился во французской школе, и всякий раз, когда выяснялось, что там в советском фильме звучит французская речь, были так, дети, значит, вот сходите. Ну, не так же часто это было. Кстати, он же там играл, да? И, кстати, у него был очень хороший французский язык. Очень хороший. Понусиасьон, настоящий. Говорит, француз говорил, что он говорил практически почти без акцента. То есть чисто по-французски. Насколько он был талантлив. Он подражал, он великолепно имитировал голоса. Особенно у него хорошо получались люди, говорящие на не басом, тенорок. Он даже женщин, даже копировал Тамару Макарову. Самое любопытное, что чем дальше я стал про Алика узнавать, мне кажется, что он очень сильно отличался от своего героя. Очень сильно. Если герой вот эта улыбка, этот герой, значит, открытый такой, вот Алик был очень закрытый человек.
Да, он был очень обаятельный, он умел себя влюбить и чиновников, и ну, девушку, само собой. В общем, это понятно, действительно под его влияние подпадали, повторюсь, даже мужчины, так сказать, абсолютно нормальной ориентации, просто им хотелось быть похожим на него. Но при этом он был очень закрытым. В нем было вот это двойное дно, куда он очень мало кого пускал, и многие люди просто этого не понимали и не замечали, оно было. И с возрастом как раз у него стало появляться вот эти вот данные хорошего, настоящего, такого нашего, знаете, рефлексирующего актера. Я бы сказал, даже мирового масштаба. Если бы такой человек был бы, у него была бы возможность там оказаться в Голливуде, он стал бы просто звездой. А у нас такие люди были не востребованы. Вот то, с чего он начал, это было нужно, вроде бы, такой наш советский герой с открытым лицом. А вот чуть сложнее уже персонажи, это было сложнее. Поэтому у него... При всем том, что он стал культовой фигурой, в общем-то, нельзя сказать, что кинокарьера хорошо складывалась. Дальше-то его почти не снимали, дальше-то были какие-то эпизоды. У него были мелкие роли, мелкие роли. Но видите, 90% артистов кино, их в театр не брали. Их не брали в театр. Очень за редким исключением. Но для этого был создан театр киноактера. Как-то в одночасье все это раз и исчезло. То есть, вернее, сердце-то не исчезло. Исчезло все упоминания. То есть, какие-то редкие, я даже не знаю, редкие кадры по телевидению. То есть, раз, как будто этого не было. И не было на долгие-долгие годы. И я как-то читал, мне кажется, в начале 90-х, то ли в «Совершенно секретно», то ли еще где-то о том, что якобы Ватинцев, ну, было несколько версий, одна была турецкая, что он спьяну поплыл в Турцию, что ему совок там совершенно его достал. Вторая версия была конспирологическая, говорили, что его то ли вербовала какая-то секта КГБ с каким-то очень странным названием, вообще я даже не могу вспомнить, то ли он просто как-то в силу того, что он был тестем какого-то большого начальника КГБ, был случайно приблизился к каким-то тайнам, и его просто устранили. Каким образом устранили, непонятно. Но фильма нет, в сети его нет. Один раз вроде бы я по каким-то ссылкам на какие-то кадры вроде как набрел, а это оказалось абсолютно другое. И смотрите, что дальше происходит. Можно, конечно, дальше рассказать про его личную жизнь, ну, например, про его брак. Кто-то считал, что очень выгодно женился на дочери очень высокого чина в КГБ. Алла Курдюмова ее звали. Причем у нее был официальный жених, она от него отказалась. Мальчик из МГИМО, все как надо. Неоднозначная женщина, да, очень красивая. Как актриса, сложно сказать, эффектная, скорее, чем талантливая. Такая непростая женщина, непростая очень. Это было во ВГИКе, где-то на третьем курсе. Мы стояли с подругой, и она стала говорить, что вот можно сняться еще там в каком-то фильме. Вот поскольку я приехала со съемок, мне было не до этого абсолютно. Я говорю, да нет, мне не хочется. Она говорит, ну что ты там, такой еще парень будет сниматься. Вот. И я обернулась так, она говорит, а вот он, кстати, стоит. Ну и когда я пошла, он пошел за мной. Ну, начались всякие разговоры. Короче говоря, потом где-то еще столкнулись на третий день. И он мне сказал, а ты будешь моей женой. А я сказала, нет. Потом прошло какое-то время. Все-таки мы довольно часто так сталкивались где-то. Вот, а потом он подошел и мне сказал, ты сможешь без меня жить? Я вот без тебя не смогу. И я сдалась. Аллочка, очарование. Очаровательная девушка, очень добрая, хорошая. Ну, я видел, что, как говорится, он ее любит, а мне-то что до этого? Ну, он любит, значит, я третий должен уйти. Как сон, раскрытый солнцу зал, и я, забытый среди кресел.
Когда разбег прелюдий мал, тогда и зал тебе не тесен. Рояль и я прошу. Шопен сегодня очень нужен. В Шопене тишина и шум. Шопеном целый мир разбужен. Он чем-то удивил меня. Он каждым звуком сердце ранил, напомнив брошенный в камнях не полетевший в детстве планер. Он притаился где-то там, где все я прожил и проездил. Он ищет по моим следам мой первый поцелуй в подъезде. Чтоб все бессилие разлук решалось простотой свиданий и суммой клавиш губ и рук над бессердечьем расставаний. Неплохо. Я сейчас, может быть, задам не совсем корректный вопрос. Вот вам все говорят, что в Алику все были влюблены. Вам приходилось его ревновать как-то? Или какие-то женщины? Ну, это же был человек, так сказать, душа общества московской элиты. Это человек, который актер, режиссер, писал стихи. И, в принципе, где он не появлялся, это все. Это был человек номер один. Естественно, дамы все млели. Вот. Поэтому как-то вошло в привычку, и уже как-то я спокойно к этому абсолютно относилась. Даже скажу больше, мне даже это где-то нравилось. Ведь было известно потом, что у Алика было много романов. Он, в общем, был всю жизнь в этом плане востребованным. Вот это множество романов. И Алла же очень долго все это терпела. Причем было не очень понятно, я до сих пор в этом не разобрался, что это было. Она смирялась с этими романами или действительно прощала, что так его любила? Неизвестно. Насчет того, что выгодно жениться, я думаю, что все-таки это злые и завистливые языки, потому что в итоге высокий чин из КГБ ничем Алику не помог ни разу. А вот повредил ли, об этом поговорим чуть позже. Ну, вы знаете что, ведь это уже, так сказать, как бы... Раз ты работаешь в КГБ, это ярлык. Но люди-то абсолютно разные везде бывают, абсолютно разные. И потому те люди, которые собирались в доме, которые приходили, я думаю, что он все-таки был порядочным человеком. Я вот больше сомневаюсь в непорядочности тех людей, которых вербовали. Потому что они работали, они были на работе. И работу они выполняли часто не по своей воле, а то, что было указано, то и делали. А вот те, которые приходили, это были, я знаю, и многих писателей, и композиторов, и художников, которые соглашались, наносили на своих друзей. Ну, про эту квартиру ходили легенды. Там все время собиралась богема. Ну... Кого там только не было. Ну вот смотрите, вот это дом, в котором прошла вся юность Алика, когда они с Аллой переехали еще, в Авгике учились. А вот смотрите, видите, вот можете посмотреть, вот там голубое, вот там с трубой, видите, кафель такой облупленный, вот голубой. Это здесь на самом деле кухня была. Вот так вот стояла плита, такая раковина жаренькая, но сколько на ней там, на этой кухне всего прошло. Вот буквально на четвертом этаже, да? Раз, два, три, вот на четвертом, видите? И вот все там сидели, стихи писали, ну, жизнь была. А теперь, что сказать, вот трубы торчат, балки, как вся Москва, как наш город, как... И нет больше никаких кухонь. Так вот, карьера не складывалась, у нее складывалось чуть лучше, кстати, она снималась больше. В какой-то момент она даже стала ставить условием, чтобы вот он снимался с ней. Ну, далеко не все на это условие шли. В общем, семья жила, ну, скорее, бедно, я бы сказал даже. Были какие-то лишения. Потом они сделали такой финт красивый. Они сказали, хорошо, вы не хотите снимать нас, тогда мы начнем сами снимать кино. Поступили блестяще, кстати, в Авгик на режиссерский факультет. Вот. И вы представляете, все-таки актеры, ну, будем честными, да? Чем лучше актер, тем он, в общем, глупее. То есть это какой-то особый вид ума, но он как бы совсем не режиссерский.
они поступили, и оказалось, что, может быть, даже в этом вот как раз та глубина Алика, о которой я уже говорил, мне кажется, она в этом стала проявляться, что он стал вдруг себя... Он так и не снял ни одного полного метра, к сожалению, конечно. Не можем констатировать, что это был бы большой режиссер. Но он подавал надежду, то, что у нас очень много подающих надежды, и, к сожалению, почва засасывает эти надежды, и мало кто их потом реализовывает. Вот Алик был из этих людей. Но его курсовые работы, его дипломные работы, они были очень свежи, и из этого должен был получиться очень хороший режиссер, как мне кажется. Так вот, что происходит дальше? Ну да, у нее, конечно, родилась дочь, можно ее об этом рассказать. Катя, которая сейчас не дает ни одного интервью. Я, кстати, с ней встретился. Я с ней побеседовал. Это было очень тяжело, я повторюсь, она не дает интервью, она ни с кем не встречается, она живет такой затворницей. У нее, кстати, самой нет семьи. То есть там такая сложная какая-то история. Алла же с Аликом они разошлись, когда девочке было 7 лет. Вот, 7-летняя Катя, значит, это все было. Так вот, я с ней встретился. Она не открыла ни одной мне тайны. Как бы она давала понять, что она якобы ничего этого не знает. Мне показалось, что она знает больше, чем говорит, но говорить об этом не хочет. Так вот, смотрите, значит, Алик с Аллой расстаются. Дальше, при этом вроде бы остаются друзьями, общаются. Еще 2 года Алик, можно проследить его в нашем поле зрения, а потом он исчезает. Человек исчезает. Ну хорошо, ладно. Пропал без вести, не знаю. Выпил водки, заблудился в лесу. Все может быть. Но его вырезает из всех картин. То есть те небольшие эпизоды, где есть, вырезает. А значит, фильм «Встретимся у Пирса» просто... Вот вы видели этот фильм? И его мало кто видел. Только те, кто успел посмотреть в прокате. Вот. И вот тут-то и начинается интересное. Мало того, что человек пропадает, его вырезают, то есть его стирают. Почему? Я честно вам скажу, я не нашел ответ на этот вопрос. Но я нашел несколько очень любопытных версий. Одна бытовая в том, что Алла прощала измены многочисленные, очень многочисленные Алику. Но она была единственной дочь своего отца. А отец, высокий чин КГБ, большой вопрос, прощал ли он такое издевательство над дочерью и над самим собой, потому что это как же порочится имя, фамилия. И вот есть очень серьезное предположение, что отец Аллы и испортил Алику жизнь. Так что вот те языки, которые говорят о том, что Алик выгодно женился, я думаю, что это скорее была трагичная ошибка его жизни. Значит, каким образом? Конечно, сейчас сложно сказать, что там именно произошло и как. Но связи у этого человека были очень большие, чин это очень высокий. Была главная связь, конечно. Так что он мог сделать все, что угодно. Ну, мне даже, в общем, страшно предположить самые какие-то такие ужасные вещи. Но вполне возможно, что именно к исчезновению Алика приложил руку именно Алин отец. Это первая версия. Вторая версия. Более интересно. И тоже, кстати, уж простите, я понимаю, что это набило оскомину, все эти тайны КГБ, это уже вчерашний день, хотя КГБ у нас не вчерашний день, а завтрашний и настоящий. Но, тем не менее, я понимаю, что все это уже, все от этого устали, я тоже от этого устал. Но, тем не менее, вторая версия опять связана с КГБ. Дело в том, что в то время возникла какая-то очень странная, об этом мало кто знает, кстати, это как-то информация не просачивалась никуда, почти. Возникла некая, ну, по сути, секта, то есть некое тайное сообщество, организация. Как-то она называлась типа Гогежа. Опять же, наименование совершенно непонятно, откуда взявшееся. Помимо того, что у нее смешное название, вот, это такая бывшая, или не знаю, ну, советская, в советские времена была такая промывки мозгов, что-то такое вот, где... Это был санаторий. Или профилакторий. В общем, короче, где санаторий был.
который попасть было очень крайне сложно. Там были люди, особо приближенные к императору. Я там внутри не был, но мимо проезжал. Обратил внимание, трехметровый забор, колючая проволока и глухие ворота. Говорят, что тот, кто там побывал, какой-нибудь артист, ему давали потом заслуженно. Был заслуженно, выходил оттуда народным РСФСР. Ну, были ли они народными на самом деле, трудно сказать. И эта секта работала на интеллектуалов, на людей сферы культуры, искусства. Их туда вербовали. Возможно, уже, так сказать, КГБ понимало, что вербовать на уровне КГБ невозможно было людей. Уже все-таки не то время, и люди не те. И уже все-таки методы уже были иные. И вот возникла такая, с одной стороны, очень модная штука. Такая, в общем-то, мы же были, у нас не было эзотерики, не было религии, ну, почти не было. Мы были до этого голодные советские люди. И вот эта секта, она, в общем, кто ее придумал, был очень умный человек. Потому что это уже не затаскивали людей силой. Это была очень модная штука. Это была игра, а в чем-то и не игра, а в эзотерику. За игру не с темными силами. Понимаете? Вот. И масса людей туда подпадали именно, вот, так сказать, абсолютно добровольно. Ну, понятно, что и там и НЛП использовался, и все психологические вещи. То есть эта игра была филигранная, друзья мои. Если я назову фамилии людей, которые туда попали, вы мне просто не поверите, поэтому я не буду их называть. Но эти очень известные люди, и многие из них прекрасные художники, они там были. И вот Алик каким-то образом стал понимать, в чем это. Может быть, через Аллу, через отца что-то до него дошло, что это не возникшая секта, а спланированная определенными силами. И вот эта информация как бы Алика и покупила по одной из версий. То есть даже не то, что он как-то пытался воспрепятствовать этому и сломать это тайное общество, но просто вот он узнал то, знаете, иногда просто вот не нужно оказаться в каком-то месте в какое-то время. Вот он узнал то, что просто не нужно было ему знать. Алика там испортил себе все. Политические анекдоты. Ну, при Сталине, конечно, репрессия, все было, и расстреливал за анекдот. А там было так, ну, все травили анекдоты. Уже был Брежнев, уже у него была первая стадия старческой, как называется, забыл, в общем, маразм начинался у него. И Алик про Брежнева кто-то рассказал анекдот, про Хрущева, про Брежнева и тому подобное. Ну, чувствовали, что в своей компании. И Альку понесло. Вот это что в нем было? Его могло заносить. У моего любимого режиссера Леонидовича Гайдая в домашней фототеке хранились все фотопробы вот ко всем фильмам, которые он снимал. И однажды, когда вот я единственный раз побывал у него дома, вдруг среди там целой череды Остапов Бендеров, неутвержденных на 12 стульев, вдруг я увидел фотографию Альберта Ватинцева. Я удивился, думаю, все-таки типаж какой-то не его, Остап Бендер, он почему? Как-то вот, не знаю, мне казалось, что не его роль совсем. Ну и увидел и забыл. Зато потом, много лет спустя, оказавшись в архиве Мосфильма, вдруг там эти фотоальбомы с пробами, так интересно было. И вот как раз 12 стульев просматривал и вспомнил, что я вот кого я видел у Гайдая. И вдруг там Ватинцева нет. Но вот все есть, его нет. Туда-сюда перелистал и заметил, что страничка выдрана. Аккуратненько, чуть ли не отрезана. Так на первый взгляд даже не поймешь. То есть вот нет его. Ну, опять же, так как я этим актером особо не увлекался, то время прошло и забыл про эту историю. Пока недавно мой сосед по дому, с которым мы никогда вообще не общались, такой хронический алкоголик, знаю, что сидел, ничего общего нет. И во дворе вдруг он сам разговорился, говорит, я тебя видел по телевизору, ты там про артистов что-то рассказывал, а вот знаешь ли ты такого Ватинцева? Я говорю, ну да, знаю, был такой артист. А ты знаешь, что я с ним сидел? Да ладно, сидел с ним. Заливаешь. А у него кличка была Бендер. Так, думаю, уже интересно. Кличка Бендер. Почему? Ах, он так здорово вообще лихо орудовал
скупал, продавал иконы, антиквариат, старинные монеты, мог переправить за рубеж вообще все, что угодно, черта лысого мог отправить. О, такой был виртуоз. Думаю, так, уже интересно, это, пожалуй, материал для новой статьи. Начинаю его расспрашивать, и чем дальше погружаюсь я вот в этот разговор, тем больше понимаю, что путанее его показания становятся все больше и больше. И уже как-то постепенно выясняется, что и вовсе его, не он сидел с ним, а он знал, что мужики сидели, которые с ним сидели, сидели с тем, и про него рассказывали, и так далее, и так далее. В общем, чем дальше, тем больше, тем, конечно, как-то больше фантазий. Думаю, ну нет, уже, наверное, заврался совсем окончательно. Ну, в общем, история осталась непонятна, сидел, не сидел, нигде этих вот как бы источников нет, правды никого нигде не найдешь, но из фотоальбома на Мосфильме фотопроба-то Бендера Ватинцева изъята нету. А вы знаете, мы никогда не узнаем. Это могла быть просто банальная какая-то хулиганская история на какой-нибудь платформе, там, я не знаю, Маленковская. И это печально, потому что человек был крайне интересный, но в нем, знаете, в нем была эта некая обреченность. Вот меня все-таки поражает, что «Встретимся у Пирса», да, такой легкий фильм, его звездная роль, и какой же он там искрящийся. Вот. А на самом деле вот даже в жизни многие говорят про вот эту вот печаль в его глазах. Вот это вот, вот то второе дно, может быть, в глазах оно как-то проявлялось. Вот была в нем какая-то обреченность такая, вот такой трагической русской фигуры. Причем не та обреченность, когда человек сам себя доводит до каких-то вот вещей, а не каким-то своим таким образом жизни. Алик-то, в общем, ну да, ну вот, женщина, конечно, был его пункт, это я не спорю, но он, нельзя сказать, что он там страшно пил, там наркотики, он не был настолько, во-первых, не было тех средств, которые были у тех, кто мог себе это позволить. Вот, это была другая история, это была все-таки какая-то обреченность такая судьбы, а не, он сам там мало приложил усилий. Ну и, наконец, есть третья версия. Ну, она, конечно, легендарная, красивая, что, не выдержав жизненных неурядиц, Алик уехал в Сочи и переплыл в море, оказался в Турции, где следы его теряются. Господи, ну это уже из области какой-то фантастики. Если он и мог уплыть, он ведь, кроме того, что он занимался вот всем, что я сказала, у него была такая несбывшаяся мечта уйти в море. У него даже какой-то родственник был на Дальнем Востоке, который ходил по разным странам, и он его все время с ним переписывался, и что вот я когда-нибудь я все-таки с тобой поплыву. Вот это была его, как бы даже, я бы сказала, хрустальная мечта. А может, он ее осуществил потом. Мы же не знаем про это. Я как-то спросил Алика, я говорю, почему ты на море все? Говоришь, про море, море, море. Он говорит, я вообще до сих пор, хоть я, говорит, скоро стану, уже не получаю скоро диплом, мое большое желание сыграть какого-то морского офицера, даже матроса. Ну, кого угодно, но лишь бы связано было с морем. Он от моря был без ума. В последнее время я очень много езжу по стране. Я встречаюсь со многими интересными людьми, с рабочими, и со своими коллегами, с творческой интеллигенцией. Но особенно интересно сейчас мне беседу встречаться с моряками. И вот, когда я был в одной из поездок в Владивостоке, мне попалось в местной газете стихотворение владивостокского поэта, тоже моряка, Виталия Коржикова. Мне очень понравились эти стихи, я нашел сборник этого поэта. И, ну, не хочу много рассказывать, сейчас идет работа над одним фильмом, который, возможно, поют песни, которая написана мной. Я не профессиональный композитор, это просто для души. Я пишу песни для души. И вот одна из этих песен, мне кажется, она удалась. Возможно, она войдет в этот фильм. Я хочу сейчас вам ее представить. Надеюсь, она вам понравится.
Я думал, я Адам, я создан для добра, и Еве не отдам заветного ребра. Но из него, что вдруг с пути не унесло, я выстругаю струк, я вырежу весло. Но из него, что вдруг с пути не унесло, я выстругаю струк, я вырежу весло. Пришла ко мне с добром и стала для меня и сердцем, и ребром. Сквозь штормы проходя, я знал, плывя домой, ты море, ты ладья и светлый парус мой. Сквозь штормы проходя, я знал, плывя домой, ты море, ты ладья и светлый парус мой. Я создан для добра, и Еве не отдам заветного ребра. А ты средь бела дня пришла ко мне с добром и стала для меня и сердцем, и ребром. А ты средь бела дня пришла ко мне с добром и стала для меня и сердцем, и ребром. Ходили слухи, что он, ну, конечно же, убежал в Турцию. Тогда вот это удивительная история, ведь Саша Соколов, да, ведь он тоже пытался убежать в Турцию из Коктебеля, то есть такое любимое место было, а тут все хотели свалить в Турцию. Может, убежал, хотя, честно говоря, в это верится с трудом. Почему? Потому что после вечернего сеанса Литфонд, вся эта публика выходила на набережную, а погранцы, которые там стояли наверху, они прожекторами баражировали Карадаг, набережную, и все думали: боже, а как вот он, а как ему это удалось-то? Ну, бог его знает, может быть. Ну, это я отчасти смеюсь, потому что, конечно, скорее всего, судьба-то была несколько иной. Плавал он великолепно. Я неплохо плавал, но он плавал это как рыба. Он мог час и два, может, такое расстояние переплыть.
Вряд ли. Но мы пытались найти какие-то следы и связывались с архивами турецкими. И вот 2 года назад нам сообщили, значит, такую информацию, что в некой русской церкви встречался человек, который скрывал свое происхождение, но он был русским. И, скорее всего, значит, и он кому-то признался, что он был актером. Когда мы приехали в Стамбул, и упоминалось какое-то название Ургюб, мы почему-то решили, что это русская церковь, Ургюб, в Стамбуле. Мы стали ее разыскивать. Значит, при этом, когда мы приехали в Стамбул, тот человек, контактное лицо из архива, он почему-то пропал, не выходил на связь. То есть связаться с ним мы не могли. Ну, это, собственно, было необъяснимо, потому что мы как бы должны были его отблагодарить за информацию, но, значит, на связь он больше не выходил. Значит, мы стали искать, естественно, никакой русской церкви под названием Ургюб в Стамбуле не оказалось. И мы поехали, мы путем ресерча поняли, что это город Ургюб на средней территории Турции, в Анатолии, значит, где-то в районе Каппадокии. И поехали с оператором в этот город Ургюб. Значит, там, ну, тоже достаточно это все было затруднительно, потому что ни у кого нету никаких, собственно, никто не помнит ни фактов, ничего. То есть нужно было, опять-таки, обходить всех людей, все семьи и расспрашивать. И вот мы совершенно случайно, значит, причем сам какой-то старик вышел на нас, увидев съемочную группу, и он повел нас к себе домой, и там, значит, мы выяснили, значит, причину этого знакомства, что он поет какую-то песню на сазе. Вот у меня даже есть фотография, в принципе, мы его снимали, но запись также у нас исчезла. Вот фотография этого дедушки, который исполнял на сазе песню, как мы поняли, это была песня Алика Ватинцева. Но, естественно, он не знал ни имени этого человека, который оставил, значит, научил его этой песне. И главное, что, собственно, съемка тоже исчезла после того, как мы переправились через границу. То есть мы были очень рады, что у нас такой редкий материал. Но когда мы приехали в Москву, мы этой кассеты просто не обнаружили. У нас все лежало в чемодане, но это действительно, она почему-то исчезла. Это его сын, который тоже по каким-то причинам, значит, знает несколько русских слов, но, видимо, от своего отца. По-видимому, почему мы решили, что это Алик? Вероятно, потому что нам был какой-то, значит, знак передан из Стамбула, и мы таким образом пробрались аж до центра Турции и искали там по всем городам, включая вот эту вот деревню Ургюб. И, кстати, там находится некий город под названием Нигде. Да, он читается как Нигде. Ниде, да. То есть у них не имеет такого значения, как в России, слово Нигде. Вот, мы даже туда заехали уже, ну, честно говоря, просто, что мало, может быть, человек скрывался именно в городе Ниде, Нигде. Кроме того, там по всей территории такая вулканическая местность, и очень много христианских церквей, бывших, старых, да, где сохранились всякие фрески, и, как нам сказали, что, в общем-то, в любой из них мог скрываться русский человек, потому что там, собственно, вся местность — это вот вулканические такие туфовые грибы, которые могут быть использованы для жилья. То есть это место, если ты скрываешься, если там даже скрывались русские христиане в каком-то 12 веке, то, соответственно, я думаю, что один актер спокойно мог бы достаточно долгое время существовать. И вычислить его могли только исключительно турецкие спецслужбы. То есть какие-то следы, по видимости, имеются в этом Ургюпе. Этот дедушка у нас, значит, что-то сказал, спел и показал таким образом, что Алик там был, но каких-то точных доказательств у нас так и не сохранилось. То есть никаких документов, никаких интервью в итоге, только наши догадки и, в общем-то, какие-то
какая-то гипотеза. А из кассеты вы пытались как-то выяснить? Это кто-то с вами ходил, а были какие-то подозрительные люди? Которые... Нет, никаких подозрительных людей не было. Мы были очень рады, что у нас есть такой материал. То есть это хотя бы было какое-то доказательство. Мы просто сложили все кассеты в чемодан, и пока это переправлялось через границу, видимо, исчезло. То есть... Я встречал его друзей, с которыми он учил, с которыми играл, всем спрашивал, и никто ничего не знал. То есть полный вакуум. Жив ли он, не жив, где он, что он, чего он, чем живет, чем дышит. И вот однажды в магазине, в ГУМе, ко мне подходит человек и говорит, ты меня не узнаешь? Вроде лицо знакомое. Я Марик Кауфман. Господи, а он вместе с ним учился. А Марик был оператором. Ну, что-то разговорили, все, ну, походили мы с ним, время есть, на Красной площади походили. Я говорю, слушай, ты не знаешь, где сейчас Алик? Он говорит, знаю. Где? В Израиле. Мать у него еврейка, отец русский. А в Израиле... Я говорю, что он там делает? Он туда приехал больше 30 лет тому назад, как я знаю. Я его встретил случайно. Он очень изменился. Он узнал, говорит, меня, а не я его. Он в театре не играет. Одно время он плавал на рыболовецком судне, там, в Израиле. Сейчас он женат на еврейке, у него родился ребенок. Ну, мы-то общались, он говорит, очень рад, что мы встретились. Но он говорит, у него было такое, говорит, стеснение, он так стеснялся, потому что он здесь. И что вы думаете? Он мне говорит. Я говорю, дай ему свой телефон. Я говорю, дай твой телефон. Он, говорит, немножко замешкался, но на бумажке написал. Через 3 дня звоню, я попал в больницу. Я называю фамилию, все. У нас таких нет, это больница, это не квартира. Он не хотел. Он не хотел, чтобы его таким видели. Грусть, бессилие нежное, в завитках волос, рук бессилие снежное. Боже мой, да, вот я уже даже забываю. Но на самом деле, такая перекличка была потом, вот он еще песню написал поэт, но уже вот так как по-русски, рук бессилие нежное, да, вот рук бессилие. Такого уже не было. А вот ему очень нравилась песня одна, которую он слушал часто. Сейчас. Кто? Что? Депрессион, десут жартал. Жили прессионки с элафом. Жуто сан сюда. Дэлэ мэн. Тю ты гэрэ лафам. Эмэсюн, что? Что ты там? Я мэ кро ан ва. Кэ ламур ревиандра. Что такое депрессион, депрессия, Сен-Жардан, где-то в углу сада, где-то в углу парка. Это вот очень близко, да, с этим вот грусть, бессилие снежное, да, вот это вот. И депрессия, по-французски она не переводится как вот депрессия, это вот грусть, тоска, такая боль, да. И там в конце вот текст, что «que l'amour reviendra l'été prochain». И что любовь вернется следующим летом, да? Следующим летом. Ну, в смысле, что ничего же не вернется. Вернется.
Авиля, pour combien de temps est-ce que je pars du centre? Vous êtes des gens.